Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате ДТП на трассе Кишинев-Леушень. Авария произошла в понедельник вечером у села Мырзуай района Неспарень. Как сообщает полиция, водитель одной из машин, он ехал один, лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем, в котором находились три человека. 42-летний шофер и две пассажирки, 38-летняя женщина и 15-летняя девушка. Водителя первого авто доставили в реанимационное отделение больницы района Неспарень, однако спасти его не удалось. Погибшему было 43 года. В ту же больницу отправили трех человек из второй машины. После оказания первой помощи их выписали. В госпитализации пострадавшие не нуждались, сообщил замдиректора клиники Александр Чуш. По данному случаю начато расследование.